Каждый год накануне Дня Победы жители Белокуракинского района приходят к памятнику скорбящей матери. Здесь они вместе вспоминают о погибших во Второй мировой войне. В этот раз на площади возле мемориала собралось более 400 людей. Среди них и школьники, которые несли в руках фотографии погибших. Это день, который мы чтим, это память о воинах. И мы действительно хотели бы сказать большое спасибо, если бы они были все живы, мы поклонились бы перед ними. Это пережить, это очень тяжело. За период Второй мировой войны на фронт было призвано более 9 тысяч жителей Белокуракинского района. Из них 6 тысяч погибли. Это торжество, которое объединяет людей, которые защищали родину, погибли, и светлая им память. Это хорошее мероприятие, его надо всегда продолжать. Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. Хай буде нашою дорогою.